Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировский бизнес стал оптимистичнее смотреть на свое положение. В октябре по сравнению с сентябрем доля организаций, оценивших свое экономическое положение как хорошее, выросла с 3 до 6%. Об этом свидетельствуют итоги опроса, который провело отделение по Кировской области Волговятского главного управления ЦБ. 17,5% организаций, которые участвовали в опросе, отметили рост спроса. 6% стали лучше себя чувствовать, заметив улучшение условий кредитования. Ожидания промышленных предприятий на ближайшие 3 месяца по спросу и объемам производства также носят позитивный характер, говорят в банке. Программа «Экономика». Кировчанам хотят снизить плату за мусор, если они займутся сортировкой. Такой вариант рассматривают в Министерстве охраны окружающей среды. Там оценили итоги пилотного проекта по раздельному сбору отходов. За полгода на 9 площадках, оборудованных для этого специальными контейнерами для пластика, бумаги, стекла и металла, собрали почти 1,5 тонны отходов. В следующем году участников проекта хотят перевести на оплату только того мусора, который не рассортирован. Экономика на 101FM. Далее информация от наших партнеров. Центр «Мой бизнес» снижает ставки по займам для всех предпринимателей. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Кировской области представители бизнеса могут воспользоваться финансовой поддержкой на выгодных условиях. В центре «Мой бизнес» разработали специальные предложения, которые доступны представителям всех видов деятельности. По 4,25% годовых, то есть по ставке рефинансирования ЦБ, можно получить средства на покупку оборудования, помещения или на пополнение оборотных средств. Этим специальным предложением можно воспользоваться до 31 декабря. Кроме того, сохраняются заемные продукты со ставкой 2,125% годовых для приоритетных проектов и такие меры поддержки бизнеса, как поручительство, реструктуризация действующих кредитов и бесплатные консультации. Подробности по телефону 410-410 и на сайте мойбизнес-43.рф. Займы предоставляются Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства «Микрокредитная компания». Ставки от 2 до 10,625 процента годовых, сумма займа от 50 тысяч до 5 миллионов рублей, срок займа от 1 до 36 месяцев. В период режима повышенной готовности максимальный срок займа 24 месяца. Предложение действительно до 31 декабря 2020 года. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 73 рубля 12 копеек. Курс евро 88,77. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.